Всем привет! Сейчас покажу очередной поход за продуктами. Стоимость покупок. Бон Прио 18,78. Итак, булочки стоят 99 центов. Багет 45 центов. Стандартная цена. Далее, что у нас? Листья салатов 55 центов. Дело в том, что у них срок годности заканчивается скоро, поэтому они становятся чуть дешевле. Просто смотрите на сами салаты, если они в порядке внутри, значит, элементарно покупайте подешевле, проблем нет. Огурцы. Огурцы сейчас стоят, огурцы, кстати, посмотрите, какие гигантские просто, но не сказать, что они супер хорошие, но стоят они евро 89 за килограмм. Так, помидоры. Помидоры вот такие вот, я это называю сливки, но я не уверена, кстати, производство вроде бы Франция. 2,59 за килограмм, соответственно, это стоило евро 5 центов. Я бы не сказала, что это дешево, ну, объективно. Так, конфетки ребенку Хариба. Так, а сколько? А, вот они стоят евро 35. Далее, листья салата номер 2, также 50 центов. Вот такая смесь. Салатная. Я предпочитаю разные листья, поэтому оливки Бон Прио. Вот такие вот. Тут видите, тут оливки, потом еще второй тип оливок, лучок и огурчики мелкие. Это стоит евро 99. Так, арбуз у нас также куплен четвертинка. Арбуз стоит евро 86, вот эта четвертинка, за килограмм евро 29. Стоимость стандартная в магазинах, стоимость арбузов ниже, чем в овощных магазинчиках. При этом в овощных магазинчиках арбуз хуже, мы уже проверили, они невкусные там почему-то. Так, авокадо, сетка авокадо 4 штуки. Так, сколько же он стоит? А вот не скажу. Не могу здесь найти. А, вот, авокадо. Евро 99. Сеточка такая стоит. Они, кстати, спелые, прям хороши. Далее, йогурты. Значит, это у нас флан. Ванильный флан. Тут смотрите как. Значит, вы его переворачиваете. Вот где-то штучку отрываете. И он весь выпадает вам на тарелку. Значит, стоимость его... И второго, значит, флан 75 центов, а рис с молоком евро 33. Сейчас, вот он, причем он стоит именно за то, что он Данон, вот, а Роскон Лече, именно из-за фирмы он дороже. В Меркадоне можно в два раза дешевле купить, просто сейчас после праздничный день, и Меркадон не работает сегодня. Далее, смотрите, может заинтересует такая штучка для детей, это... Холодный лед. То есть вы покупаете, видите, жидкость внутри. Потом это все успешненько в морозилку пихается. И можно использовать. Стоит евро 99. И молоко. Значит, молоко у нас два вида. Молоко обычное. То есть вот. Полноценное молоко. 79 центов оно стоит. И... Вот такое молоко, это на пшенице, ну, короче, безлактозное. Вот, оно стоит евро, чуть дороже. Ну, и вот такая ветчина, тоже за евро. Вот так вот она выглядит. Это если там кто-то хочет бутерброды себе делать и так далее. То есть у нас получается вот такое количество еды. Сейчас, вот. Все, это нам стоило почти 19 евро. 18,79. Сегодня у нас очередные покупки. Мы сегодня закупились в Меркадоне чуть больше, чем на 40 евро. Я сразу все разложила и расписала, чтобы потом не тупить, рассказывая. Значит, смотрите, первое, это вот, вот такая вот картошка. Я ее использую для жарки. В принципе, на суп она тоже подходит. Она стоит 5 килограмм, 5,99. Дальше средство от комаров. Это единственное, которое я нашла уже сразу с
вот эта штучка, которая в розетку вставляется, он стоит 3,15. Что, кстати, не дешево, но комаров здесь очень много, поэтому без него никак. Не покупайте свечки и не покупайте на руку браслетики, они не работают, смысла в них вообще нет. Дальше, коктейль Родео, это 250 грамм вот таких вот сухариков. Здесь в основном, конечно, кукуруза, они, кстати, очень любят кукурузу. Но тут и орешки, и палочки хлебные есть. Стоит евро 75. Дальше, салат с крабовыми палочками, по сути, евро 70. Выглядит он вот так. На самом деле это майонез. С майонезом, с майонезом. Ну, я попробовать просто хочу. Но сразу говорю, на русские салаты это не похоже. И также вы увидите оливье в продаже в магазинах. Ну, можете попробовать, конечно, но на русский салат все-таки это не похоже. Дальше, майонез Light, 500 грамм, евро 45. В стекле всегда дешевле, но, в принципе, так как мы надолго, меня устраивает большой объем. Неплохой майонез, не совсем похож на российский, на самом деле, но нормальный. Значит, колбаса из индюка, индюшачья. Посмотрите, она очень классная, сухая колбаса, вот прям рекомендую, очень неплохая. Стоит 2,60. А свинина, вот такой вот отрез, за килограмм 3,95, и этот кусочек 4,31 стоит. Далее, так, что у меня дальше? Рыба красная, вот рыба красная здесь, ну, кроме креветок, наверное, дороже всего. А значит, стоит, вот, смотрите, 17,95 за килограмм и 6,46, два таких кусочка. На жарку, либо на суп, там, кому как. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идут кексики. Кексики – это производство Меркадон. У них там есть стойка, где они выкладывают... Ой, помялся немножко. Где они выкладывают свою продукцию. Она свежая всегда, сегодняшним днем. Значит, кексики у нас стоят 2 евро. Дальше, ну, стандартный хлеб, пожалуйста, 45 центов. Два вида салатов. Айсберг и второй салат. Он называется по-каталански «Капдейс». Я не знаю, что это за салат. Этот стоит евро, айсберг стоит 79 центов. Далее у нас идет мусс шоколадный. Опять же, асинада. Ну, как вы видите, здесь практически все. Видите, асинада, потому что покупается в Меркадоне. Значит, мусс шоколадный стоит 80 центов, 4 штучки. И второй мусс-крем шоколадный стоит 82 цента, тоже 4 штучки. А дальше у нас такие сухарики томатные. Здесь их используют в основном в супе, либо в салаты кладут. Мы просто так их кушаем. Так, второй вариант сухариков. Это прям сухарики-сухарики. То есть это вот прям полноценные кириешки, как у нас в России. Кофе. Так как у нас кофемашинка, мне нужно такое кофе. Оно стоит, ой, извините, сухарики стоят одни евро, вот эти вот, которые побольше. Те, которые поменьше, стоят 70 центов. Ну, соответственно, вот эти дешевле, если что. Как бы там на килограмм надо смотреть, понятное дело. Кофе у нас стоит 3,40. И что у нас тут осталось? Два. Это крем с камамбером. То есть это в реальности не сыр, потому что здесь, смотрите, состав сыр плюс масло, плюс протеин молока и так далее, и так далее. Но это крем. В основном его с фруктами едят. Ну, можно на хлеб намазывать, в принципе. И один лимон. Один лимон здесь стоит 53 цента. Лимоны не дешевые. Стоимость лимона 2,59 за килограмм. И вот, что я все купила на 40 евро. Это прям приличная стоимость, но, собственно, здесь все забирает большую стоимость. Забирает, естественно, рыба и мясо. Тут вопросов нет. Вот, собственно, очередной день, очередная стоимость товаров. Продолжим о продуктах. Сегодня я была в Диа, и вот вам оттуда цены. Морковка 1 килограмм 85 центов. Морковка чаще всего фасована по килограмму, либо по полкилограмма, но бывает и на развес. Далее булочки, вот такие вот производства Диа с ветчиной и сыром. 138 за 2, 69 за 1. Далее мороженое. Тоже диевская, скорее всего. Да, диевская. 6 штук ванильное. Мороженое стоит евро 75. Такой пирог. Плюмкейк фрутас и паса с сухофруктами. Там сколько? Наверное, 6 штучек. Ну, вот, обратите внимание. Это просто неплохой пирог. Нарезанный. 2,29. Флан. 6 штучек капучино. Так, он у нас стоит 0,89. То есть 89 центов. Печеньки. Евро 15. Сок похож на фанту. Фанту я у них не нашла в наличии. Евро 10.
И полкилограмма фарша свиного для бургеров 3,79. Ну вот, собственно, такой вот ценник. Итак, новый день, новые цены. У нас Меркадона 12,55. Первое, начнем с молока. Обычное молоко у нас стоит 79 центов. И молоко из земляного миндаля стоит евро 10. Далее два вида йогуртов. Первый йогурт шоколадный со сливками стоит евро 20. И с печеньем йогурт евро 0,5. Далее идет салат потатос кон айоли. Это картофель со специальным соусом. Айоли — это соус на основе чеснока, масляной соус на основе чеснока. Очень распространен в Испании. Далее два вида печенья. Первое печенье с шоколадом стоит у нас евро 25, и печенье с клубникой стоит 95 центов. Далее 4 булочки для того, чтобы делать бутерброды. Выпекаются непосредственно Меркадоны, всегда они свежие. Это евро 10. Круассаны 3 штуки, также производство Меркадоны, евро 25. И абрикосы. Вот вес, соответственно, 676 грамм, стоит 2,56. Абрикосы вот в такой упаковочке. В принципе, ценник соответствует и тому, что вы можете купить в овощных магазинах. Итого такой набор за 12,55. Последнее время получается, что я зачастила в Диа. Нынче у нас покупки на 14 евро 42 цента. Итак, у нас первое — это булочки с молоком. 420 грамм, 2 евро 29 центов. Дальше 6 мороженок вот таких стандартных, ванильных. 2,19. Дальше вафли стандартные, евро 19, обычные вафли, похожие во всех странах, в наших в том числе, на наши тоже похожи абсолютно и полностью. Так, абрикосы полкилограмма, евро 95, 2 хлеба небольших, булочки, интеграль, то есть они там с овсом. Получается 54 цента. Булочки не покупайте сразу много такого хлеба, потому что их багеты очень сохнут быстро. А далее, так, сабраса де позу, это у нас такая колбаса-намазка. То есть это вот колбаса, но она намазывается на бутерброд. Но это, в общем-то, необычно, достаточно вкусно, обратите внимание. А напиток лимонный без газа. Микс арибо... Конфеты 2,09, напиток стоил евро 13, и картофельные чипсы евро 25.